Работы по подъему памятника императору Александру II со дна пожарного водоема в селе Васильевское Шуйского района в самом разгаре. Историки с высокой долей вероятности предполагают, что бронзовый царь находится под водой с октября 1917 года. Скульптуру императора, которую установили в Васильевском в начале 20 века, везли на переплавку вместе с колоколами Троицкого храма. Однако, скорее всего, до этого дела не дошло. Старожилы рассказывают, что видели, как на мосту водоема сломалась телега и в воду упал колокол. К началу февраля завершены работы по сбросу воды. Начинается новый этап операции – выемка льда и грунта. Два других объекта лежат. Ну, всего здесь находится на этой территории 10 метров 4 объекта. Четыре. Вот они, это самое. Да, 4 объекта, из них два цветных. Но сейчас вот будем с георадарщиком вместе это самое смотреть. Как. Мы там работать будем до середины марта. У нас ведь объем пруд достаточно большой, объемный. Мы будем постепенно подбираться. Глубина залегания предполагаемых объектов 3,5-4 метра, там слой ила. И все это надо вывозить. Так что мы там работать сейчас будем, ну, не круглосуточно, можно сказать, но без выходных и достаточно много, пока не подберемся.